старом гербарии крошатся листья, ломкие стебли, увядшие кисти, ломких растений шуршащая груда, души цветов улетели отсюда. Хочу поздравить всех писателей, поэтов, всех творческих личностей с этим забытым, к сожалению, днем. Хочу пожелать творческих успехов, мирного неба над головой, ну и, конечно, здоровья. Что бы я хотела получить на 8 марта? Ну, конечно, весенний букет. Женщина о чем еще может мечтать? Грёза моя стоит на трех холмах, еле разделяет эти холмы. Резкий ветер дует по ночам, елки кланяются в пояс. Золотом окутаны березы, осень незаметно подступает. В облаках курлычут журавли. О, так сладко, сердце замирает. Сегодня я хочу поздравить всех писателей с творческим своим, своими творческими мечтами, мыслями. И особенно хочу поздравить членов литературно-творческого объединения «Березово». Это «Друза». «Друза» — это как бы объединение всех людей творческих, поэтов, писателей, композиторов, певцов, танцоров. Вот «Березово» у нас такой коллектив создан давно и существует. Желаю, конечно, дальше дальнейших успехов всем и каждому. Хочется от всей души поздравить всех женщин с наступающим днем 8 марта, первым весенним праздником. И пожелать им здоровья, и чтобы быстрее прошел этот наш вирус.